Прокуратура города выписала очередное предписание мэру Омска, на этот раз за некачественную очистку улиц от снега. В городе больше 50 улиц, на которых вообще ни разу не появлялась снегоуборочная техника. Более того, как оказалось, чиновники даже не пытаются заставить управляющей компании и собственников торговых помещений вывозить снег с их территории. Не указывают и на заснеженные крыши. Администрациями округов города Омска не принимаются в необходимом объеме меры в отношении учреждений и организаций, обязанных самостоятельно осуществлять зимнее содержание своей территории. В частности, предписания выдавались в основном в отношении тех организаций, которые расположены лишь в непосредственной близости от зданий самих администраций.